Привет, все, мои дорогие друзья, меня зовут Йокин, и как обычно мы снова находимся на сайте MyCSGO. Конечно же, хотелось бы сегодня выбить очень много дропа, лютые заносы, все это, конечно же, про MyCSGO. Перед тем, как мы начнем открывать, немножечко заберу вашего времени и покажу свой промокодик. Это мой промокод Йокин40, который дает 30% депозиту. Понятное дело, кто не знает, а кто знает, тот молодец. Когда вы пополняете на 1000 рублей, вы получаете сверху 350. Либо же можете пополнить на 10, на 100 тысяч, либо же на миллион, если у вас он завалялся где-то в карманчике, либо на столе лежит огромная стопка денег, и, понятное дело, вы хотите задонатить на MyCSGO. Все ссылки на сам сайт, а также промокод закреплен в комментарии под данным видеорекордингом, а мы с вами начинаем открытие лютейших кейсов на сайте MyCSGO. И еще раз всем привет, Devs, what's up, hi, ni hao, konnichiwa. Мы находимся на сайте MyCSGO. Понятное дело, у нас лютый баланс 30 933 рубля и 0,8 копеек. Нас уже встречает главное меню самого сайта. Лютые скинчики пролетают на ленте активности сверху. Раздача скинов, бесплатные кейсы. Это все радует глаз, но мы сегодня не об этом. Спускаемся немножко ниже. Еще ниже. И еще ниже. И мы видим в стандартных кейсах новый кейс киловатт, который не так давно вышел в CS2. Стоит он всего лишь каких-то 300 рублей. Мы можем в него зайти и видим все эти скинчики, которые не так давно вышли. Но знаете, что я заметил? Во-первых, в данном скинчике пропал Кукри Найф. По-моему, убийство или градиент тут лежал, если не ошибаюсь. А во-вторых, скинчики очень сильно подешевели в цене. Помню, когда мы только их начинали открывать, они стоили не так дешево. Например, тут есть АК-47, который стоил 50 тысяч на протяжении недели. Сейчас он стоит 23 530 рублей. Также АВП Хрон Кэнон 9 тысяч. М4-1С Черный Лотус за 3800. Короче, ценники довольно-таки снизились. Особенно вот Зевс стоит всего лишь 1600 рублей. Короче, в принципе, что я могу на это сказать? Начинаем сразу же открывать. Не будем медлить. 10 раз мы будем его открывать. 2990 рублей мы тратим. И конкретно для вас у меня есть интересная идея. Я предлагаю все скины, которые нам выпадают, сразу же перемещать их в контракт, все 10 штук, и делать из них контракт. И все, что нам выпадает с контрактов, мы это 100% будем оставлять. Почему бы и нет? Вот, например, мы сейчас делаем контракт на 2000, выпадает нам на 600. Мы в плюсе. 600 рублей из 2000 рублей. Это нереальный плюс, это очень классно, все подтвердят. Даже вот зрители, которые находятся параллельно возле экрана, аплодируют, говорят, стоя, очень хороший результат. Продолжаем дальше открывать кейс киловатт, будем его открывать медленно, наслаждаться любимым всем открытием. Про крутом рулетки барабана со скинами, потому что я думаю, это всем нравится. Выпало нам на 2200 рублей. Конечно же, мы это все засовываем в контракт, почему бы и нет. Создаем контракт у нас. О, я не запихнул еще один скин. А нет, я запихнул. Я, по-моему, не тот скин запихнул. Ладно, будем запоминать, что нам выпадает. Вот 200 рублей, 1500. Там было, по-моему, на 600, но ладно. Я немножечко сделал неправильно, поэтому next открытие. Честно, очень хотелось бы выбить Кукрина. Ни разу его не выбивал. Это, наверное, тот нож, в принципе, который мне на самом-то деле понравился. Я его изначально хейтил, говорил, что этот нож очень сильно похож на нож из стендов. А, ну, как говорится, мнение всегда меняется. Поэтому мы снова запихиваем. 9200 может выпасть. Ну, пожалуйста. Хотя, вот, хорошо, уже что-то, ну, как бы проявляется. Потому что как-то в последнее время мне с контрактами, ну, вообще не везет. Выпадает постоянно на 500, но 600 рублей, ну, это же вообще ни о чем. Ну, ты тратишь больше, а получаешь меньше. Вот, хорошо. Юспик у нас тут, ну, сколько юспик? 1900. Выпало на 3000. Правильно, мы это все с вами закидываем в контракт. Я же говорил, мы ничего не оставляем. 100% будем закидывать, может выпасть на 13 тысяч. Сумма у нас 3300 рублей. Выпало на 900. Ладно, тоже неплохо. Открываем снова и... Очень хотелось бы АВП, АК-47 и Кукринайт. Много я не хочу. Ну, вроде как, да. А все подумают, что я с ума сошел. Сам с собой сейчас там разговариваю. Но не тут-то было. Поэтому предлагаю еще контрактики. Почему я предлагаю, если это суть нашего видео. Поэтому ебашим. 1000 рублей, хорошо. У нас на самом-то деле не так уж все и плохо. 1500, 2500, короче, 3, около 4000 уже имеется. Да, с учетом того, что мы потратили намного больше. Поэтому быстро открываем этот кейсик. Почти кукринайф выпадает. 1900, и мы снова переходим к контрактику. Быстро все закидываем, не жалея кнопки на ушке. Будем кликать, пока не выбьем что-то нормальное. Зато вот какой у нас спектр получается. И розовенько, и фиолетовенько, и два красненьких. Все супер. Поэтому еще раз открываем. 2990 рублей. Но балансик у нас уже 10 тысяч. Ничего годного мы еще не выбили. Можно, пожалуй, либо ножик. О, кстати, Зевсик выпал неплохо на 5 тысяч. Ай-яй-яй. Очень, кстати, довольно-таки неплохо. Поэтому все могло выпасть на 21 тысячу, но выпало нам на 1500 с 5 тысяч того, что нам выпало. Поэтому предлагаю еще раз.
да, 1600 рублей, залетаем в контрактик и делаем из этого контракт, тоже может выпасть на 6000, ну неплохо, неплохо на самом-то деле. 1200-1600 был контракт, хотя бы это не самый прям сильный минус, который мог быть. Мы подсчитаем, какая самая максимальная сумма выпала с наших сегодняшних открытий, и maybe что-то дальше придумаем. По-любому я, может, даже это продам, пойду открывать какой-то майнинг кейс, чтобы выбить оттуда ножичек, потому что ножа, так такового у меня нормального нет, и все, что у меня лежит, это наваха, которая меня уже задолбала, если честно. У меня лежит, по-моему, 3 или 2 навахи, хотелось бы что-то новенькое. Какой-то штык-нож М9, потому что бегать с этим ножичком, с этой затычкой, мне не особо в кайф на самом-то деле. Поэтому, я думаю, вы со мной согласитесь. 14 тысяч у нас имеется для того, чтобы выбить это все. 1400, спасибо. Вы заметили, у нас ни один контракт, по-моему, не окупился. Ни один. Ни одного контракта, который бы нам что-либо окупил. Поэтому 3 раза открываем данный кейсик. 600 рублей мы имеем. Закидываем в контракт и let's go смотреть. 256 рублей. Все у нас вышло на... По-моему, тут даже больше скинов, чем надо. Ну да, давайте так. 11 512 рублей. Не самое, конечно, лучшее, что могло быть. Поэтому мы это все продаем. И let's go открывать какие-то интересные кейсики, которые есть. Скорее всего, мы снова с вами переходим на майнинг кейс и открываем быстро. Если же отсюда выпадает нож, я его продаю. Потому что мне он не нужен. Хотя можно было бы что-то отсюда и выбить. Ладно, нет. Знаете, как мы с вами поступим? 100%. 9 тысяч у нас есть. Поэтому предлагаю открыть наш любимый кейсик. Это Lazy Tiger. Кровавый тигр, эмочка. Спасибо. Еще раз открываем. Бенгальский тигр. Да, 945 рублей. 2766 у нас имеется. Поэтому, как мы и хотели, переходим к майнинг кейсам. Для того, чтобы что-то выбить отсюда, скорее всего. Потому что как-то у нас все плохо. Я даже не могу связать нормальное предложение, потому что мне как-то обидно с того, что нам ничего не дропается. Я думаю, майнинг кейс хотя бы мне что-то выдаст. Я ж не могу выйти ни с чем. Может, эмочку хотя бы за 10 тысяч, который тут за 11 тысяч. Раньше АВП даже дороже стоило, теперь как-то все странно. О, кстати, P250 Азимов вырос в цене. Это даже приятно, потому что в прошлый раз он стоил, по-моему, рублей 80. Как-то было не так классно его открывать на самом-то деле. Поэтому 2400 рублей на открытие. Много кейсов мы уже открыли, много скинов уже пролетело. И как-то вообще ни о чем. Давайте откроем ластовый 5 раз. Если с него ничего не выпадает, ну, грубо говоря, хотя бы там эмочка, либо К47, АВП Азимов, то мы с него ливаем. И, скорее всего, на следующий раз будем пытаться подняться уже с лоу-баланса. Потому что денежек у нас остается очень-очень мало. Ластовый раз открываем. И Азимов, эмочка, да. Нормально. Окей, поэтому всем спасибо за просмотр. Как обычно, с вами был Йокин. Спасибо за просмотр еще раз. Ссылка на сам сайт, а также промокод в закрепленном комментарии под данным видеорекордингом. Всем бай-бай.